К другим темам. С 1 января 2015 года вырос не только размер пенсии, но и единовременных выплат пенсионных накоплений. Арман БНД продолжит тему. Мировой экономический кризис влияет и на экономику Казахстана. В соответствии с этим в стране принимаются все меры, чтобы сохранить уровень жизни населения. И здесь особое внимание уделяется ветеранам труда. Глава государства на собрании, посвященному Дню независимости, в декабре подчеркнул, что сокращение расходов в бюджете не должны коснуться социальной сферы. Более того, с 1 января 2015 года размер государственной базовой пенсионной выплаты увеличился. Прибавки североказахстанцы рады. Спасибо президенту за увеличение пенсии. Входим в свой накопительный пенсионный фонд, получаем остатки накопительной пенсии. Увеличение пенсии в порядке ощутимо. Что увеличилась пенсия, это, конечно, очень хорошо. В небольшой степени покрывает расходы. Сотрудники ЕНПФ рекомендуют каждому казахстанцу отслеживать сумму своих накоплений. Причем проверить информацию можно через интернет, не выходя из дома. Для начала нужно прийти к нам в офис, сообщить свой адрес электронной почты. После требуется заключить договор, и мы откроем доступ для просмотра пенсионных накоплений. Сегодня в Северо-Казахстанской области функционируют 15 филиалов единого накопительного пенсионного фонда. Два из них находятся в областном центре. Арман Баянды, Владимир Боровков, новости НТРК.